Здравствуйте! Вы смотрите программу «Лица Академии». Мы рассказываем о людях, которые своим трудом формируют современный облик старейшего учебного заведения России. С вами Мария Пономарева. Сегодня у нас в гостях профессор Московской духовной академии, исследователь русской религиозной философии Николай Константинович Гаврюшин. Здравствуйте! Здравствуйте! Конечно, путь в философию был, скажем так, достаточно трудный. Чтение настоящих философов, оно сопряжено с большой умственной работой, сильным напряжением. И надо сказать, что когда я вспоминаю свою работу над феноменологией духа Гегеля, ну, мне как-то сразу вспоминается, что каждая страница давалась с огромным трудом. То есть было ощущение, что у меня поднимается давление, болит голова. Это работа в то же время внутренняя, которая остается как результат, как завоевание на протяжении всей жизни. И вы знаете, вот то, что, скажем, мною было прочитано в возрасте там, 16, 17, 18 лет, осталось моим достоянием и используется в преподавании по сей день. То есть вот этот ранний период вхождения в историю философии, прежде всего, конечно, западноевропейской, он очень много дал. Но, разумеется, он в то же время и послужил некоторым промежуточным этапом к тому, чтобы войти в пространство в дальнейшем русской философии. Как вы оказались в Московской духовной академии? Меня сюда привели. Кто? Когда? Расскажи. Ну, если говорить конкретно, меня сюда привел иеромонах Феофилакт Моисеев. Это было достаточно давно, впервые это было в 83-м году. Но тогда еще у нас не было речи о том, что я буду преподавать в академии. Тогда молодой еще ректор, архиепископ Александр Тимофеев, покойный, он задумал начать реформу духовного образования. Вот, размышлял над тем, что можно сделать с курсами, с конспектами. Вот, и поскольку обо мне уже знали как авторе богословских трудов и журнала Московской патриархии, вот, меня пригласили, так сказать, посоветоваться о перспективах. Вот, ну, так сказать, наш процесс вот, взаимного сближения все-таки растянулся на несколько лет. И только после пожара 1986 года владыка Александр меня пригласил еще раз и сказал, что давайте, так сказать, конкретизировать наше сотрудничество и попробуем, чтобы вы у нас начали преподавать. Вот, собственно, можно сказать, что в конце 1986 года вопрос о том, что я буду преподавать и преподавать именно историю русской философии, или, как тогда ее назвали, историю русской религиозной мысли, был решен. Одновременно с ним было решено преподавание еще нескольких известных сейчас профессоров нашей академии, потому что владыка Александр меня спросил, кого бы я мог порекомендовать. Вот, и я тогда вот, довольно любопытных, надо сказать, обстоятельствах познакомился с профессором, будущим нашим профессором Сидоровым, вот, и рекомендовал его
тоже на преподавание. Так что вот я, Сидоров и Архипов были первыми варягами, приглашенными архиепископом Александром для преподавания. Мы начали преподавать в 87 году. А до этого времени в академии как обстояли дела с философией? До этого времени обстояли дела следующим образом. Философию преподавать здесь власти не запрещали, при условии, что будет преподаваться философия марксистско-ленинская. Именно поэтому философию предпочли не преподавать никакую. Вот. Стало быть, о философии студенты узнавали кое-что на лекциях по основному богословию Алексея Ильича Осипова. Вот. И, безусловно, некоторые элементы философской подготовки они получали на лекциях Михаила Агафангеловича Старокадомского. Вот. Это был очень интересный профессор, еще до революции заканчивавший духовные школы. Вот. И он в какой-то мере является связующим звеном между академией дореволюционной и нашей академии уже эпохи советского времени. Но специального курса по философии, или тем более по истории русской философии, у него не было. Старокадомский, насколько я знаю, читал только в церковной аспирантуре лекции по истории русской религиозной философии в довольно таком небольшом объеме. Сохранился его конспект. Вот. Но сам он был человеком, конечно, философски очень широко образованным. И мне было приятно, что один из наших студентов, священник Василий Гелеван, написал о нем диссертацию, и теперь мы вот можем представить его творческий путь, его диссертации, круг его чтения благодаря этой работе одного из моих слушателей. Помимо русской философии, здесь преподают западную. Вот когда это появилось, и действительно ли это нужно? Да, это действительно нужно. Это стало ясно с первых дней моего здесь преподавания, потому что читать студентам лекции о, скажем, славянофилах, если студенты не знают философии Шеллинга и Гегеля, ну, дело почти бессмысленное. Поэтому в первый год своего преподавания я, конечно, пытался восполнить те лакуны, которые у них есть, краткими экскурсами, ну, скорее для очистки совести, разумеется. Вот. Но где-то уже через год на одной из встреч с владыкой ректором я поставил вопрос о том, что нужна история западной философии. Вот. И, как сказал владыка Александр, инициатива наказуема. И мне пришлось поначалу взять на себя и преподавание и русской, и западноевропейской философии, ну а затем искать себе, так сказать, помощь хотя бы вот в одной части этой программы. Как исторически складывались отношения между философией и богословием? Вы тоже считаете философию служанкой богословия? Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае не считаю. И исторически, кстати, так далеко не всегда считалось. Если вспомнить, скажем, труды святителя Григория Богослова, он всегда называет свои размышления философствованием и приглашает своих читателей полюбомудрствовать вместе с ним, то есть пофилософствовать. Здесь мне хочется вспомнить слова из «Жития Константина Философа», который на вопрос схоластика Логофета, что есть философия, как там говорится, «скорым умом рече абе», то есть тотчас ответил, «философия есть божьих и человеческих дел разум, то есть разумение, еже деятелю учит человека быти по образу и подобию сотворшего его». Деятелю значит быть деятельным. Философия учит человека быть деятельным по образу Божию. Что же еще выше можно себе представить, чем такое призвание философии? На протяжении многих веков самого понятия теология не было на самом деле как институциональной дисциплины ни на Западе,
не на Востоке. И как преподаваемая в университете дисциплина, теология, она оформляется только в XIII веке. Поэтому вот эти формулировки, они, конечно, так сказать, могут приниматься только с определенной степенью условности насчет того, что философия служанка богословия. Кстати говоря, у преподобного Иоанна Дамаскина в его диалектике богословие называется частью теоретической философии. Вот так, так я понимаю их соотношение. Наверняка вам приходилось преподавать в других духовных школах. Поделитесь своим опытом, как это было? Да, приходилось, и надо сказать, что это были события для меня очень значимые и в таком духовном плане, в эмоциональном. Ну, прежде всего, надо вспомнить минские духовные школы. В 1997 году я был приглашен читать там лекции. Для меня было открытием вообще вот, наличие академии в деревне. Знаете, это все-таки очень впечатляет, когда академическое заведение находится даже не в районном центре, а в деревне. Вот. И что в этой деревне действительно высокий достаточно уровень преподавания, наличие прекрасной библиотеки и, главное, замечательные человеческие отношения. Поэтому с минскими духовными школами я, так сказать, сроднился. Я преподавал там более 10 лет, и сейчас я еще состою там в корпорации. И, собственно, минские духовные школы и произвели меня в профессора. Мой диплом профессора вот, имеет подпись ректора Минской духовной академии, и там очень трогательная внизу подпись «Место, деревня Жировицы». Так что я деревенский профессор. Вот. Что касается других школ, то, конечно, очень большую роль для меня сыграло сотрудничество с Нижегородской духовной семинарией. Вот там я нашел очень интересных студентов, интересную аудиторию. Ну, кстати говоря, ведь и минские школы, и Нижегородская семинария – это тоже все часть в какой-то степени нашей Московской академии, потому что там преподают наши выпускники очень многие. И, в частности, вот и нынешний ректор Нижегородской духовной семинарии, наш выпускник, владыка Георгий Нижегородский Арзамасский, митрополит. Вот с этими школами тоже сложились очень добрые отношения. И надо сказать, что именно там, в Нижнем Новгороде, вышел целый ряд моих работ, которые по разным обстоятельствам в других местах публиковать не удавалось. Так что вот общее мое впечатление от знакомства с этими школами, я не говорю о других, потому что приходилось бывать иногда и там и в Перми, и в Саратове, и так далее. Но вот основная все-таки связь была с этими школами. И без общения с этими школами, конечно, моя преподавательская деятельность, она оказалась бы совершенно другой. Давайте наш разговор продолжим мнением русского философа Густава Шпета об особенностях отечественной мысли. Густав Густавович Шпет. Русский философ, психолог, теоретик искусства и переводчик. Отсутствие исторической аристократии, то есть отсутствие законорожденного творческого выразителя нации, с точки зрения европейской истории самый загадочный, темный факт русского бытия. В его свете вся русская история какая-то загадка. Ближайшее соприкосновение наше с западной мыслью возбуждает и в нашем сознании чувство таинственности в существовании и назначении России. Рефлексивная аристократия по понятным основаниям берет на себя долг разрешения этой проблемы, и через это Россия и становится законной проблемой русской философской рефлексии. Русская философская мысль подходит к этой проблеме России как к проблеме отношения народа и интеллигенции то со стороны народа, то со стороны интеллигенции, но решает всегда одну проблему – самого отношения. Разница и даже противоположность ответов с точки зрения народа или точки зрения интеллигенции определяет особую диалектику русской философии и тем самым узаконивает ей оригинальное философское место. Славянофильские проблемы в этом смысле – единственные оригинальные проблемы
русской философии. Вы согласны с таким подходом? Вы знаете, я прежде всего хочу сказать, что такой мысленный диалог с историками русской мысли, он, конечно, проходит у преподавателя любого, и у меня тоже постоянно. То есть есть общение постоянное с Флоровским, с его, прежде всего, путями русского богословия, есть общение со Шпетом, с его очерком развития русской философии. И со Шпетом, надо сказать, такой мысленный диалог, он особенно острый и актуальный, потому что Шпет один из самых острых и язвительных, даже порой критиков русской философии. Всегда хочется проверить, насколько он прав в своих критических суждениях и в том числе, насколько он прав в положительных выводах. Вот это его суждение, которое сейчас прозвучало, мне кажется, под ним есть достаточно серьезные основания. Дело в том, что русская религиозная философия действительно в значительной степени ориентирована на социальную проблематику, на проблематику бытия церкви в конкретном социуме. Славянофильство – это проблема церковной общины, проблема эволюции церковной жизни с периода допетровского до периода вот синодального. И действительно, эта проблема была тогда, и не только тогда, очень актуальной. Соответственно, и те, кто, кого мы можем считать предшественниками славянофилов в плане именно философском, тоже, как правило, были сосредоточены на проблемах церковной общины и вообще церковно-общественного бытия. В плане же, вот, там, скажем, метафизики, русская философия большого такого, что ли, своеобразие действительно не проявляло. Как правило, мы заимствовали многое у западных авторов. Ну, в частности, в период первой половины XIX века был очень популярен Шеллинг. Вот, потом представители спекулятивного теизма у нас пользовались влиянием в академической среде. Ульрицы, Фихте-младший. Но сказать, что здесь что-то было действительно значимое в истории русской философии, довольно сложно. А вот социальная проблематика действительно, и поэтому можно понять слова Шпета, что славянофильские проблемы, по крайней мере, самые главные в русской философии. Какие русские мыслители на вас оказали наибольшее влияние? Ну, если говорить о русских мыслителях, я думаю, в первую очередь, как это может быть ни странно, Розанов Василий Васильевич. Да, очень оригинальный все-таки писатель Серебряного века. Розанов в какой-то степени раскрыл для меня тех мыслителей, о которых я раньше даже и не задумывался. В частности, благодаря Розанову я узнал Страхова. Благодаря Розанову я по-новому взглянул на «Русские ночи» Адоевского. Ну и Розанов, я бы сказал так, еще и усилил имеющийся уже интерес к Флоренскому. Вот. Да и вообще многие оценки розановские, иногда и парадоксальные, стимулировали изучение русской философии. Вот это действительно в первую очередь. Ну а из более поздних авторов я бы назвал и протопресвитера Николая Афанасьева, Бориса Петровича Вышеславцева. В самое последнее время я был очень впечатлен чтением дневников протопресвитера Александра Шмемана, о чем и написал в свое время статью. Какие философские книги, по вашему мнению, имеют непереходящую ценность для русской духовной культуры? Ну, мне кажется, очень важна для русской духовной культуры такая книга, как «Письма русского путешественника» Николая Михайловича Карамзина. Мы Карамзина знаем как историка русской, как историка России, а вот эта книга «Письма русского путешественника», она
мне кажется, даже до сих пор по-настоящему не оценена. Во-вторых, я бы назвал «Русские ночи» Адоевского. В-третьих, «Мир как целое» Николая Николаевича Страхова. И, безусловно, «Европа и человечество» Николая Сергеевича Трубецкого. Ну вот это, так сказать, тот минимум, который в первую очередь хотелось бы назвать. А из ваших работ, книг, публикаций, какие вам наиболее дороги? Вы знаете, многие дороги по-разному. Дороги ранние публикации, потому что они давались очень с большим трудом, иногда выходили в ротопринтных изданиях, вплоть до того, что приходилось идти в типографии самому подбирать листочки при их брошюровке. Это я имею в виду, прежде всего, труды чтений Циолковского. Вот. Разумеется, были дороги работы, которые подводили итог каким-то действительно самостоятельным открытием, что ли, даже в области славяно-русской палеографии. Ну, когда удалось напечатать несколько статей по истории диалектики Анны Дамаскина на Руси, вот эти статьи, они, да, для меня, конечно, очень многое значили. Они значили прежде всего и подведение итогов вообще осмыслению специфики древнерусской книжности с точки зрения религиозно-философской. Вот. Пожалуй, так. Давайте послушаем мнение ваших коллег о ваших работах. Действительно, с одной стороны, Николай Константинович всегда подчеркивает вот этот очень земной характер русской мысли. Отсюда же и, с одной стороны, выходы в какие-то социальные утопии, с другой стороны, и такое явление, как русский космизм, который пытался, наверное, объединить оба этих начала. И с другой стороны, его внимание всегда приковано к тем именам, которые, конечно, с одной стороны являются неким камнем преткновения, а с другой стороны даже и могут быть названы маргинальными. Из конкретных текстов, конкретных работ я бы обратил особое внимание тем портретам конкретных русских философов, которые Николай Константинович дает в своей книге «Русское богословие. Очерки и портреты». И, конечно, может быть, из патриотических соображений, портреты преподавателя Московской духовной академии, дореволюционной, прежде всего, конечно, того же Флоренского, священномученика Иоанна Попова, Сергея Троицкого, который, правда, преподавал уже в послевоенный период. И мне кажется, что это вот как раз те тексты, с которых вообще стоит начинать знакомство с академическим богословием и с академической религиозной мыслью, потому что они дают некую точку отсчета. И особенно я бы, конечно, выделил статью о Владимире Лоском, поскольку этот автор при обилии и изобилии изданий его текстов и работ о нем, тем не менее, до сих пор остается, ну, фигурой, неизученной как в смысле своей терминологии, так и того места, которое он занимает в русском богословии, русской религиозной мысли. И поэтому мне кажется, что вот статья Николая Константиновича, которая была в свое время опубликована в первом издании его книги о русском богословии и, в общем-то, вызвала такой достаточно большой резонанс, мне кажется, что это как раз одна из немногих попыток ответить на вопрос вообще о соотношении религиозной мысли и ее границах, ее методах и богословия. Насколько религиозная мысль может быть питательной средой для решения чисто богословских проблем. А если говорить о работах ваших студентов, аспирантов, из них вы что-нибудь хотели бы выделить? Да, вы знаете, студенты, аспиранты, они периодически радуют, я бы даже сказал, сверх всяких ожиданий. Вот. Ну, прежде всего, я бы назвал работу отца Николая Никеева, несколько томов в ней. Она посвящена жизни, деятельности, трудам митрополита Антония Мельникова в свое время петербургского, ленинградского и новгородского. С ним было связано в значительной степени вот мое творчество, начало моего богословского пути. И работа, основанная на архивных материалах, на мой взгляд, она
так сказать, значительно выше по своему уровню, чем вообще требуется, да, для ее обычной квалификации. Есть очень интересные работы. Вот сейчас будут защищаться священника Стефана Домусчи о проблеме совести в Ветхом Завете, в Новом Завете, в христианской традиции Западной Европы и в России. Есть прекрасная работа, тоже будет сейчас защищаться священника Михаила Уланова, который впервые в России посвятил монографическое исследование о работе Канта о споре факультетов, а именно как раз споре факультетов философского и богословского. Вот. И надо сказать, что периодически, из года в год, такие работы появляются. Вот сейчас вышла книжка одного из наших выпускников, посвященная творчеству Александра Введенского. Да, другая работа тоже на основе нашей кандидатской диссертации готовится к изданию о каролинских книгах. То есть надо сказать, что студенты периодически выпускают работы достаточно серьезного научного уровня. 25 лет вы преподаете философию в академии. Вот за это время у студентов менялось отношение к вашему предмету? Какое оно вот было раньше, интерес именно? И какой сейчас? Я думаю, что менялось. Ну, прежде всего, менялись студенты и менялись времена, в которые велось преподавание. Все-таки разница достаточно велика в связи с тем, что, когда я начинал, студенты приходили практически без всякой философской подготовки. Сейчас, особенно в академии, приходят студенты, которые уже изучали историю философии и западноевропейской, и русской. И, соответственно, возникает время от времени, конечно, возможность обсуждать с ними вопросы на более детальном уровне. Студенты сейчас, надо сказать, стали больше читать, безусловно. И это связано не только с тем, что появились возможности, вот, но и с тем, что довольно много приходит ребят уже со сформированными, что ли, задачами уяснения смысла жизни. И здесь они получают как раз ответ, может быть, на то, с какими мыслителями следовало бы эти вопросы обсуждать. Николай Константинович, большое спасибо, что нашли время пообщаться с нами. Очень приятно. Николай Константинович Гаврюшин, профессор Московской духовной академии, человек уже четверть века, прививающий будущим богословам вкус к свободной философской мысли. Это программа «Лица Академии», подготовленная киностудией «Богослов». С вами была Мария Пономарева. До встречи.